Чтобы елки пошли на полезное дело, барнаульцам предлагают после новогодних праздников не выбрасывать хвойные красавицы, а сдать их в рамках акции «Елки-палки 5 бизонов». 13 января в Барнауле организуют 7 точек сбора елок. Собранные деревья пойдут на переработку, например, на детские поделки, а также в конюшни, ведь хвоя – отличная витаминная подкормка для лошадей в зимний период. Автомобилистам интернет-сообщества «Барнаул-22» предлагают объединиться и привезти на точку сбора не только свою елку, но и соседскую. Только не забудьте снять с деревьев игрушки, мишуру и дождик. Предварительные точки, где планируют принимать елки, сейчас на ваших экранах.